Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Не забудьте подписаться. Сегодня у нас снова будет заготовка зелени на зиму. Мы приготовим очень вкусный соус, который можно использовать для разных блюд. Такой соус нужно хранить в холодном месте, желательно в холодильнике, и он должен простоять до зимы. Но если честно, у нас это не работает, потому что мы всегда съедаем его раньше. Если у вас есть замороженная зелень, то такой соус можно приготовить и из нее. Соус классно добавлять в салаты, просто мазать на хлебушек или, например, запекать с ним рыбу. В общем, вариантов очень много. Я уверена, что этот рецепт вам тоже очень понравится. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал.